Так. Где библиотека, мне интересно? Джефф. У Джеффа купилась еще. Че шкафы? Получайте, глаза тупые. Так вам и надо, да. Как же это было эпично, просто. Да. Где же я могу, нет? Что-то я очень медленно передвигаюсь после раша почему-то. А, так я на крауче, понятно. Стоп, там какой-то подгон, что ли? Надеюсь. Вот это подгон. Да. Мне нужно найти ключ, и отмычкой я не хочу пользоваться, потому что отмычкой я только что узнал, что можно открыть сундучки, в которых есть даже крюкификс. Крюкификс, да. Вот, крюфикс, да. В которых есть крюфикс или по-русскому распятие. Витаминки, если что, у меня есть. Поэтому да. У меня вообще нет проблем. Ну что, Сик, пора тебе побеждать. Слушайте. Если я вот сюда вот, например, пойду. Стоп, а как будет восстанавливаться ХП? Подождите. Сейчас, подождите. Офигеть, оно хилит ХП! Офигеть! Это ж круто! Это круто, ребят, это круто просто. Ну что, Сик, привет еще раз. Но я побегу от тебя на витаминках. Ха-ха. А вот сюда. Чего боится Сик? Витаминик. Чуть-чуть, конечно же. Но просто от него убежать можно на витаминках. Конечно, с небольшим шансом вы убежите от него без витаминок, но это почти невозможно. Обновление, ну ненавижу это.